Краснолужский ГПСО МЧС ЛНР информирует, что за 27 и 28 июля в дежурную часть поступило несколько сообщений о пожарах. Один звонок из города Миусинска. Жительница, проживающая по улице Братская, услышала треск, доносившийся с улицы. Выйдя во двор своего дома, увидела горение в магазине «Продукты» по улице Октябрьская. Разбудив своего сына и сообщив о пожаре, она предприняла попытку потушить возгорание, но безуспешно. На место прибыло пожарно-спасательное подразделение МЧС. Оперативники обнаружили в магазине горение стеллажей в углу торгового зала. Огнем уничтожены подвесной потолок, полки, окно и оборудование. Учитывая все обстоятельства, по результатам осмотра места пожара, наиболее вероятной причиной являлось короткое замыкание электропроводки. Также в эти дни спасатели выезжали по сигналу тревога на тушение пожаров на открытой местности. В парковой зоне 3-го микрорайона Красного Луча, по улице Холодильная, а также по трассе Красный Луч Снежное произошло возгорание сухой травы. В результате уничтожены кустарники, мусор, сухая трава и деревянный забор. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем. Нередко от пожаров сгорают дома и даже целые населенные пункты. Гибнут люди. Краснолужский ГПСО МЧС ЛНР призывает граждан выкашивать траву возле дворов и на пустырях, не бросать непотушенные окурки и спички на землю, не разводить костры в сухостое. Соблюдение несложных правил безопасности и осторожность в обращении с огнем помогут значительно сократить количество сухотравных пожаров и число их жертв. Сотрудники надзорно-профилактической деятельности Краснолужского ГПСО МЧС ЛНР призывают всех быть особо внимательными и осторожными в летний пожароопасный период. В случае возникновения пожара незамедлительно сообщать по телефону 101-202-25-050-706-76-94-072-103-13-66.